Аюрадха Мадхава Кунджа Бихари Аюрадха Кунджа Бихари Копи Джана Валлабха Гривардхари Копи Джана Валлабха Пиджана Валлабха Гривардхари, Пиджана Валлабха Гривардхари, Яшода Нандана Браджа Джана Ранджана, Яшода Нандана Браджа Джана Ранджана. Андана Браджа Джана Ранджана Ямуна Тиравана Чария Тиравана Чария Ямуна Тиравана Чария Тиравана Чария Джайо Радха Мадхава Кунджа Бихари 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 Гопи Джана Валлабха Гиривардхари Гопи Джана Валлабха Гиривардхари Гопи Джана Валлабха Гиривардхари Гопи Джана Валлабха Гиривардхари Яшода Нандана Браджа Джана Ранджана Яшодана Браджа Джана Ранджана Яшоданандана Браджа Джана Ранджана Яшодананда Браджа Джана Ранджана Ямуна Тира Ваначари Ямуна Тира Ваначари Ямуна Тира Ваначари Тира Ваначари Джайо Радха Мадхава Кунджа Бихари 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 Гопи Джана Валлабха Гиривардхари Гопи Джана Валлабха Гиривардхари Джая Гопи Джана Валлабха Гиривардхари Гопи Джана Валлабха Гриварадха Яшода Нандана Браджа Джана Ранджана Данандана Браджа Джана Ранджана Яшода Нандана Браджа Джана Ранджана Нандана Браджа Джана Ранджана Ямуна Тиравана Чария Тиравана Чария Ямуна Тиравана Чария Тиравана Чария Джайо Радха Мадхава Кунджа Бихари Джайо Радха Мадхава Кунджа Бихари Прабхупад, Прабхупад Прабхупад, Джая Прабхупад, Джая Джая Прабхупад, 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 Джая Джая Прабхупад. Шри Харинам Санкиртан Яхики Чха, Шрила Прабхупад Ки Чха, Гора Прамананды, Хари Хари Бо.
Бхагавате Васудевая. Намо Бхагавате Васудевая. Бхагавате Васудевая. Ом намо Бхагавате Васудевая. Бхагавате Васудевая. Мы продолжаем читать Шримад Бхагаватам, 8-я песня, 4-я глава, 5-й, 6-й текст мы сегодня читаем. А чего овощи никто не чистит? Обычно в субботу много. А мне не мешает. Я дурно подумал, что так бы может было больше преданных, если бы овощи здесь чистили. Они там на кухне похожи. Не, ну вареники то Гадаграж с этим. Остальные. Ну ладно. Так. Сонукам питаишена. Сонукам питаишена. Парикрамья пранамьятам, парикрамья пранамьятам, локасья пашьято локам, локасья пашьято локам, свамаган мукта килбишах, свамаган мукта килбишах, сонукам питаишена, нукам питаишена. Парикрамья пранамьятам, крамья пранамьятам, локасья пашьято локам, локасья пашьято локам, свамаган мукта килбишах, свамаган мукта килбишах. Пробуй, пожалуйста. Сонукам питаишена. Парикрамья пранамьятам, локасья пашьято локам, свамаган мукта килбишах. Маджжду. Сонукам питаишена. Парикрамья пранамьятам. Локасья пашьято локам, свамаган мукта килбишах. Удостоившись беспричинной милости Верховной Личности Бога и обретя свой первоначальный облик, царь Хуху обошел вокруг Господа и в почтении склонился перед ним. Потом на виду всех полубогов, возглавляемых Господом Брамой, он возвратился на Гандхарва-локу. Так все последствия его грехов были уничтожены. Ну, здесь имеется в виду, я так понял, последствия грехов, оскорбления, да, там мудреца были уничтожены. Ганджендро Бхагават Спаршат Вимукто Гьяна Бандханат Прапто Бхагавато Рупам Питавасашчатур Буджах. Поскольку Верховный Господь коснулся Ганджендры рукой, царь слонов тут же избавился от всего невежества и сбросил бремя материального бытия. Так он обрел сарупья мукти, освобождение, позволяющее выглядеть в точности, как сам Господь, носить желтые одежды и иметь четыре руки. Комментарий. Когда Господь, Верховная Личность, проливает свою милость на кого-то, касаясь его материального тела, такое тело сразу становится духовным, и живое существо обретает возможность вернуться домой к Богу. Тело Гаджендры стало духовным, как только Господь дотронулся до него. Аналогичным же образом получил духовное тело и Махараджа Друва. Арчана Падхати, ежедневное поклонение Божеству, предоставляет возможность дотрагиваться до тела Верховной Личности Бога, чтобы мы могли обрести духовное тело и вернуться к Богу. Не только касаясь тела Всевышнего, но просто и слушая о Его деяниях, восхваляя Его, припадая к Его стопам и поклоняясь Ему. Одним словом, так или иначе, служа Господу, мы избавляемся от всей материальной скверны.
таков результат соприкосновения с Верховным Господом. Тот, кто искренне следует указаниям шастр и исполняет волю Верховной Личности Бога, непременно становится чистым преданным, а не абилаш-ташуньям. Подобно Ганджендре, он обретет духовное тело и возвратится домой к Богу. Конец комментария. О, Магинати, Мирандасья, Генанжела, Шалакая, Чакшурун Милитам, Янатасмай, Шри, Гураве, Намага, Шри Чайтанья Манобиштам, Стапитам, Яна, Бутале, Своям, Рупагадамаям, Дадати, Свободантигам, Чай, Шри Кришна, Чайтанья, Прабху, Нитянанда, Шри Адвайта, Гададхара, Шри Васади, Гоура, Бхакта, Вринда, Харе Кришна, Харе Кришна, 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 Харе Харе, Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе. Итак, мы здесь можем видеть, описывается, ну, в первом стихе описывается это освобождение от последствий проклятия этого царя Хуху. Вот, Гандхарва Хуху, да, Гандхарва, да, был. А во втором стихе, то есть, описывается удивительное, как сказать, результат общения, соприкосновения с Господом. То есть, здесь говорится, то, поскольку Верховный Господь коснулся просто с Ганджендры рукой, царь слонов тут же избавился от всего невежества и сбросил бремя материального бытия. То есть, так он обрел сарубья мукти. То есть это очень важный момент, и то есть вот это вот, как сказать, большое благо, великое благо, которое живое существо может получить от соприкосновения, от общения с Верховной Личностью Бога. И Шрила Прабхупада, он как раз в комментарии этот момент более подробно объясняет, что соприкосновение с Господом, оно, как сказать, не одно и то же, если мы соприкасаемся с обычным живым существом или там даже с преданным, да, Господа. Вот, то есть, потому что Господь, Он обладает вот этим беспредельным могуществом. Он может освобождать от оков кармы там, и так далее, от невежества очень сильно. Конечно, с преданными, да, так как преданные не отличны от Господа. Отличны и не отличны одновременно. Да, то есть, поэтому до какой-то степени такой же эффект то есть, происходит. То есть преданные также очищают. Есть баджан Наратам Дастакур. Наратам Дастакура, да, там, где говорится, что обращаться с молитвами к вайшнаву. Есть один баджан Бхактинот Такура в песеннике и один Наратам Дастакура. Там, Наратам Дастакура, он говорит, это «Эй, барокару, накору, вайшнава гусай, патита павана гету, то». Не помню, бинай, геонай. Что такое? Там он говорит, что воды Ганги, там в третьем или четвертом уже стихе этого баджана, он говорит, что воды Ганги, они способны очистить живое существо при длительном употреблении, то есть если длительное время омываться в воду Ганги, пить воду Ганги, то есть долгое время, то живое существо очищается от грехов, от невежество материального существования. Но благодаря соприкосновению с тобой, по твоей милости, то есть благодаря общению с тобой, то есть мгновенно можно очиститься от, как сказать, скверны материального существования. И также описывается вот этот, история известна, помните, там, что приносит одно Лавамадра Сатусан, вот этот Сарва Сиддхи Хой, Сарва Сиддхи, все совершенства даруют. Лавамадра, то есть даже одна там какая-то часть мгновения общения с чистым преданным, она, и там кто-то, я не помню кто, он, ему сказали, что когда попадешь к Ямараджу, задай ему вопрос, что приносит одно мгновение общения с чистым преданным Господом. Вот, и знаете эту историю, ну, то есть прославляется общение с преданными. Но
Также мы можем видеть, что общение с непосредственно с Господом, оно также и ну, как бы еще в большей степени обладает этим, этой потенцией, то есть освобождать живые существа от невежества, от материальной скверны. Вот, и мы, то есть здесь тоже Шрила Прабхупада в комментарии приводит пример Друва Махараджа, который также был очень материалистичен, очень как бы мотивирован материально, вот, но при этом поклонялся Господу, и Господь, коснувшись его, вернее, проявившись перед ним и открыв ему, как сказать, свою красоту, то есть он разрушил полностью все невежество. То есть все материальные желания, все иллюзии Друва Махараджи были развеяны. А потом он еще коснулся раковины и лба Друва Махараджа. И Друва Махарадж был способен, хотя несмотря на то, что он был там, не был знатоком шастр, и был вообще как бы достаточно молодой человек, всего 5 лет от роду, вот, тем не менее он вознес очень красивые и правильные, грамотные такие молитвы Господу, то есть прославил Господа. То есть такое могущество. В читании Чаритамрите говорится, что по милости Панчататвы хромой перейдет через горы, слепой увидит звезды в небе, а немой станет непревзойденным оратором. С другими словами, невозможное становится возможным по милости Господа. Вот, мы много знаем историй о том, как преданные, то есть когда люди соприкасались с Господом Чайтаньей, как они становились очень быстро, они становились возвышеннейшими преданными, то есть не следуя долгое время какой-то, ну, садхани, да, то есть какой-то практики духовной. Вот. Хотя, ну, на самом деле, смотрите, здесь Шрила Прабхупада очень интересно, он объясняет нам, в чем суть садханы, что такое садхана. Это не то, что мы какие-то, знаете, вот труды совершаем, вот какие-то аскезы совершаем, и Господь нам что-то дарует. Нет, садхана, в чем суть садханы? Что мы просто регулярно соприкасаемся с Господом в форме святого имени, в форме божеств, в форме Шримад Бхагаватам, да, то есть и других писаний, в форме прасада, в форме преданных. То есть мы в этом суть практики в садхана бхакти. То есть мы просто соприкасаемся, то есть мы должны соприкасаться с Господом. Вот. Но так как опять-таки вот, есть это вот, то есть эти все понятия, да, и святое имя, и божества, и нет личного от Господа. Вот. Но в то же время отличный, потому что если мы соприкасаемся непосредственно, да, с Господом, как с Сонга Джендером соприкоснулся с Господом, да, вот, то он как бы сбросил с себя все как бы оковы материального существования. Да, то есть, но когда мы соприкасаемся с Господом в форме этих проявлений, и вот тут эффект не такой быстрый, то есть постепенно. Почему? Потому что, ну, похоже, как бы я могу так предположить, потому что не хватает веры в то, что это как бы, ну, Господь там и так далее. Ну, опять вот это скверно, невежество, оно мешает. Поэтому это работает постепенно. Ну, вот. Но если мы непосредственно лично с Господом соприкасаемся, то тут вот он, Господь, и все. И как бы. И он просто проливает свою. Да, тут даже не вопрос на самом деле веры. Тут не вопрос веры. Тут вопрос просто личного участия Господа. То есть Господь лично берет и дает нам эти сиддхи, то есть совершенство. Вот. И таким образом мы, так сказать, достигаем совершенства, просто по милости. И здесь интересно, есть также
Шипа-дьяволе. Есть интересный стих. Да, вот слава Кришне. То есть тоже тут это мы читали, да, что по милости Панчататвы, это читание Чаритамрити, Кришнаская Раджа с вами пишет, по милости Панчататвы слепой увидит звезды в небе, немой станет непревзойденным оратором и хромой перейдет через горы. То есть невозможное становится возможным. А в Шипа-дьяволе тоже есть красивый стих, который Кришну прославляет. Вот, за это же его могущество, да, что он невозможное делает возможным. Я предлагаю мои почтительные поклоны удивительному, игривому, тут как бы такое английское слово, но его можно на русский перевести так же, как то есть беспредельщику Кришне, кто, если он захочет, может сделать океан сухой землей, а сухую землю океаном, травинку молнией, а молнию незначительной травинку, огонь холодным, а снег обжигающим огнем. Ну, то есть Кришна может. То есть это стих, это приводится в главе, которая называется «Слава Кришны». В этом «Слава Кришны». Да, то есть, и мы... То есть суть в чем, чтобы развивать нашу веру в Кришну, то есть что он может. И тогда у нас вот будет вот эта вот способность достичь уровня чистого преданного служения. То есть без вот этой веры, то есть эта вера называется шрадха, вот, без этой веры невозможно продвигаться по духовному пути. И эта вера, она очень нужна, потому что мы очень падшие в Кали-югу, то есть мы очень в большом невежестве находимся, и мы так чувствуем, что нам ничего не может помочь с нашей, так сказать, обусловленностью. Да. И мы пытаемся ну, как-то утешить себя, находя на прибежище в объяснениях, там, что это вот у меня карма такая, там, гороскоп у меня такой, там, тело у меня такое, как бы, да, то есть обезьянье шудрячее, да, там, допустим, и слишком темпераментное там, или какое-то еще. И что мы не можем предаться Кришне, вот у нас материальная, как бы, материя нас привлекает, и мы должны просто предаться, потому что это наша вот природа. Такая обусловленная. А Кришна говорит же в Бхагавад-гите, что нельзя же свою природу обусловленную подавлять. Поэтому же мы должны эту природу как-то задействовать. Да, там. Ну и да, это как бы один из вариантов, как предаваться Кришне. Но также есть ну, метод более такой, так сказать, как это правильно сказать, радикальный такой способ, и быстрый такой, да, более действенный метод, вот, когда мы, то есть метод бхакти-йоги, то есть когда мы полностью предаемся Кришне и очень быстро преодолеваем все вот эти анартхи, не обращаем внимания на гороскопы, обращаем внимание на вот это, эти качества Господа, что он очень могущественный и что он может, как бы, да, может все. И с этой верой, ну, серьезно практикуем процесс преданного служения саддхана бхакти. Я помню, вот Рамарупа вспоминал Бхактивинода Такура, это, по-моему, по-моему, Баджанарахаси, ну, точно не помню. Он говорит о том, что да, то, что анартха неврити, он говорит, то есть мы можем пройти, избавиться, преодолеть все анартхи, там он говорит, за 2 года. То есть не за 2,
дня, как там Рупа сказал. А я дополнил, что за 2 месяца, но это уже забыл. Сейчас вот я уже там вспомнил, как бы хорошо. Он говорил, за 2 года можно преодолеть все нарты. То есть человек должен повторять 64 круга Хари Кришна Махамантры, и за 2 года он очистится от всех анарт. Он преодолеет, он говорит, вот этот уровень анартха неврити, достигнет ништхи. Да, за 2 года. Вот. Ну, проблема на самом деле заключается в том, что мы так интенсивно просто не можем практиковать. Да. Вот. Я как бы замечал и по себе, там, и по другим преданным. Ну, сейчас там, по крайней мере, там что-то чуть получается, но раньше вот, мы даже книги не можем регулярно как-то вот читать. Там, если заметишь, ну так вот. Там, в Киртане там, участвовать и так далее. Что говорить там, про 64 круга? Единственное, что мы можем, это вот спасать других. У нас еще это получается. Потому что если я спасаю других, то я как бы крутой. Да, потому что я же других спасаю. Вот это еще, поэтому Жилапрапад очень вдохновлял нас спасать других. Потому что это вдохновляет нас, да. Но на личную духовную практику я замечал такой как бы феномен, что когда люди начинают пытаться находить прибежище и вкус, то есть, прибежище это вкус, да, то есть удовлетворение в личной духовной практике, они как-то чувствуют, что скучно, пресно, как-то вот, что-то не то, как бы что-то не хватает. Неудовлетворенность, да, определенная. Ну, получается, мы распространяем то, что сами как бы особо, не понимаем, не ценим, не сознаем, не находим в этом прибежище. То есть прибежище в том, чтобы распространять то, чем мы сами не способны пользоваться. Да, но если мы совершаем серьезную, если мы способны набраться вот этой решимости и совершать серьезную духовную садхану, вот, то в принципе очень быстро человек может совершить такой вот прогресс, как говорит Бхактивинода Такур, очиститься. Но 64, конечно, круга повторять это очень тяжело. Я помню, пробовал 2 раза в жизни, я 2 раза в Джаганатхапуре повторять 64 круга, то я помню, целый день просто это занимает. И на маленький перерыв на приготовление там, и принятие просада, и там, туалет, и пуджу я сделал. А так вот я рано с утра встал и как бы до вечера, там, до 9 часов вечера я все время повторял 64 круга. Так у меня вот тут аж этот, мышца вот тут болела. Рука просто болела от того, что четкий перебирал, представляете. Просто мне интересно было, я хотел попробовать, а что это, как это. Вот, я просто был в шоке, реально не это самое. Вот. Но, например, мы можем практиковать, но книги, если мы читаем книги, я заметил, то есть регулярно. То есть, во-первых, это очень сильная практика, которая очень сильно будет разрушать наше невежество. Вот, и ей как бы заниматься, она может меньше занимать времени, то есть даже если мы 1,5-2 часа читаем, но каждый день, да, за каких-то там очень редких исключений, да, там может форс-мажор, но если мы вот стабильно 1,5-2 часа в день читаем, во-первых, мы за короткое время можем прочитать все шастры и по нескольку раз прочитать, и начать ориентироваться. И очень сильное как бы идет развитие на самом деле. И это не 64 круга целый день долбить, а это 1,5-2 часа. И самое главное, что эта практика, ее интересно практиковать, потому что тут больше задействуется
сознание, ум, разум, как бы мы размышляем о том, что мы читаем, там, и так далее. То есть это ну, как бы интереснее дело, чем если просто, например, без вкуса повторять Харе Кришна, как бы мантру, такая аскеза больше, в большей степени. Книги читаются ну, как бы интереснее, хотя бы немножечко, если мы уже продвинулись благодаря какой-то практике, больше, которая была сконцентрирована там, на деятельности бурной, да, то есть в служении миссии Господа, да, то у нас развивается какое-то понимание уже какое-то, и понимание оно уже дарует какой-то вкус определенный, уже интересно читать. И вот если мы углубляемся в этой практике, делаем это стабильно, вот стабильно, очень важно, то очень на протяжении какого-то времени, 2-3 года, 4 года, вот, за 2 года уже можно просто ум приучить читать. И вы уже как бы будете, вам будут как ломки такие, что если вы не почитали, вот как будто, знаете, вот как, ну, вот как мы джапу читаем. Если мы, например, с утра джапу не почитали, мы чувствуем, что что-то не то такое, неудовлетворение какое-то, ну прям вообще. И вот точно так же книги. Если мы стабильно делаем, то ум можно приучить. Вот. И потом, ну то есть это уже происходит без напряга. То есть мы читаем с удовольствием и совершаем, то есть соприкасаемся с Кришной. Очень важно. И совершаем серьезный прогресс в духовной жизни. То есть нужно искать все возможности для развития нашего бхакти. И Кришна, находящийся также в сердце, он говорит, что тот, кто слушает обо мне, то есть повествование обо мне, да, слушает о моих играх, о моих качествах, о моих о философии сознания Кришны, да, то есть он такой человек, он, я очищаю его сердце Шримад Бхагаватам, да, этот стих, «Наста праешу бадыршу, нитям Бхагавата сывая», то есть это тот же принцип, слушает обо мне. Я, находящийся в его сердце, очищаю его сознание. Там, нет, там другой какой-то еще стих есть. Да, Шринатам Савакатхах Кришнах, Пунья Шравана Киртана. Хриндантастух, я бадрани, видгноти сухрица там. Сухрит, то есть он друг, очень близкий, самый близкий друг. Сухрица там, то есть очищает сердце. Вот. И таким образом, в этом как бы суть практики садхана бхакти, что мы должны соприкасаться все время с Кришной, как в этом стихе говорится. Все время находиться в соприкосновении с Кришной в форме святого имени, священных писаний, божества. Здесь вот Шрила Прабхупада в комментарии, он говорит, что арча падгати, ежедневное поклонение божеству, предоставляет возможность дотрагиваться до тела Верховной Личности Бога, чтобы мы могли обрести духовное тело и вернуться к Богу. Не только касаясь тела Всевышнего, но просто слушая о Его деяниях, восхваляя Его, припадая к Его стопам и поклоняясь Ему, одним словом, так или иначе, служа Господу, мы избавляемся от всей материальной скверны. То есть соприкосновение с Господом избавляет нас от материальной скверны. Таков результат соприкосновения с Верховным Господом. То есть в этом как бы наша вот болезнь, что нас не интересует Господь, то есть у нас нет вот этой жажды достичь Господа, обрести Господа, это вот лауем, понимаете? И поэтому мы не можем с достаточной вот этой вот именно решимостью и желанием, понимаете, звать Его, то есть обращаться к Нему и с верой. Вот, поэтому рекомендуется, то есть когда мы, например, совершаем киртан или в обществе других людей, да, или, например, на улице, да, то это стимулирует нас взывать к Господу более серьезно и более решительно, да. Вот почему? Потому что тут, как сказать, включается ложное эго, то есть
Потому что мы, если мы, например, то есть мы не хотим опозориться, да, сами и опозорить Шилу Прабхупаду, опозорить его движение. Вот. И мы знаем, что если мы, если Кришна не проявится, то есть в нашей практике, да, там, если мы совершаем киртанам, да, то есть если мы пытаемся прославить Господа, но это будет на материальном уровне, то это никому не понравится, это никого не вдохновит. Вот. И таким образом мы будем выглядеть как идиоты. Да, и люди будут думать, что ну, это Хари Кришна, это Искон, это идиоты, это организация идиотов. Поэтому мы, когда мы выходим, то есть у нас это, нас это стимулирует, вот, и, то есть, потому что это вот эго в определенный момент, то есть оно как бы помогает нам, то есть мы напрягаемся, потому что эго это самая такая вот энергия, вот, ответственность, да, то есть мы чувствуем это, что надо предаться, блин. Ну, потому что если сейчас не предадимся, то тогда я помню, что вот как бы я как бы раньше даже и не понимал, почему, то есть почему как бы на улице, да, то есть на харинаме получается как бы лучше киртан, то есть получается вот как бы да, почувствовать эту связь с Господом, вот, чем, например, в храме. Вот. Почему как бы не получается. Сейчас уже я понимаю, почему. Потому что вот это вот ложное эго срабатывает. Ты выходишь, и ты понимаешь, что тебе надо как бы победить, что тут как бы борьба умов идет, тут как бы, если ты как бы, сейчас Господь тебя не поддержит, если Господь тебе не поможет, то тебя они в уме своем, люди эти, они тебя затюкают. Вот, и никто не будет обращать на тебя внимания, и как бы все, и ты как бы будешь неуспешен. Вот. А тебе же хочется быть успешным, то есть тебе хочется победить. Да. Вот. И вот это так работает. Ну, вот. И это нормально. То есть мы используем это в служении Кришне. Вот. Но потом это должно привести к тому, что у нас развивается уже, мы начинаем, то есть Господь открывается, нам, мы очищаемся, мы начинаем его больше понимать. И у нас значит, должно вот это вот развиться, проявиться вот это вот желание общаться с Господом, понимаете, быть с Господом, понимаете, вот. И тогда для везде, то есть неважно, на улице, в храме, в дхаме, то есть неважно где, Кришна, он будет отвечать своему преданному, потому что вот это вот, у него у преданного есть вот это сильное желание, или лаульям. Вот. И такой преданный, он чувствует, что если сейчас, ну, как бы я без Господа, то есть он очень это переживает. Вот. Если я без Господа, то моя жизнь, она просто бессмысленна. То есть, неважно, я там впечатлю людей там, или не впечатлю людей. Да? Вот. То есть не в этом суть, а суть в том, что я хочу быть с Кришной. Вот. И вот это вот желание, оно очень, очень важно. То есть его нужно развить. И тогда, когда джапу мы читаем, тогда мы можем во время джапы даже вот с такой серьезностью, потому что джапа это мы не проповедуем, мы не распространяем, там никто не увидит, проявился Кришна там или не проявился. Но если у нас есть вот это сильное желание обрести, ну, иметь связь, вот этот контакт с Кришной, то мы будем искать Кришну и в этом процессе, то есть и в джапе, как бы, и тогда приходит вот этот вкус. Почему? Потому что мы жаждем Кришну, вот, ищем Кришну. И так ну, как бы происходит процесс очищения нашего сознания, то есть соприкосновение с Кришной. Это как бы важно, это садхана, и также мы должны вот это вот уметь полагаться на милость Кришны, то есть понимая его могущество, что по его милости может невозможно стать возможным. Вот, поэтому Рупа Госвами, он тоже вдохновляет, он говорит, что какое настроение должно быть у преданного, который идет по пути именно не варнашрама дхармы, а по пути именно шаранагати, да, от шрадхи до премы. Вот. Какое у него должно быть настроение? Hope against hope, то есть нету надежды
он видит так, что нету никакой надежды. Говорит. Но на Рупа Госвами говорит, что когда я смотрю на себя, я понимаю, что шансов нету. Просто нету. Нету вариантов. Я понимаю свои анархии, там все, я вижу, как я их из месяца в месяц, из года в год не могу преодолеть, как бы, да, то есть и все. Но когда я обращаю внимание на твою всемилостивую природу, то в моем сердце появляется надежда, и эта надежда не дает мне покоя. Да, то есть я как бы все равно надеюсь, что я могу тебя обрести. То есть вот это вот настроение, то есть вот если мы хотим именно достичь уровня чистого преданного служения, оно очень важно. То есть, и на него указывает Рупа Госвами. Ну и также мы должны вот это, и поэтому, то есть в этом процессе развития именно бхакти, чистого бхакти, да, то есть очень большую роль, важнейшую роль занимает именно Кришна. Вот, Кришна, вот, потому что он дает это совершенство. Вот, и мы должны, ни в коем случае не должны как бы недооценивать его участие в нашей жизни, то есть и как-то пренебрегать этим, потому что иногда преданные, они как бы говорят, что, не преданные, а эти атеисты, имперсоналисты, атеисты говорят, Кришны нет, Бога нет, имперсоналисты говорят, он есть, но он безличный. Вот. А как это у преданных проявляется, он есть, и он личность, но он очень далеко. И с ним как бы, какие-то отношения, это круто, это вы как бы там себе, слишком большого о себе мнения, да, то есть вы как бы, это как бы слишком самонадеянно. Вот преданные, вот как бы общество, вот это вот проявление для нас Кришны, и все. Это ошибка, то есть Кришна, Кришна. Мы не должны забывать, что Кришна есть, и что он сухрица там, и Донати сухрица там, самый близкий друг, вот он находится в сердце, рядом, Шрила Прабхупада в очень многих местах, везде это подчеркивается, что гуру и чайтья гуру, то есть, понимаете, то есть он подчеркивает, что чайтья гуру, Кришна в сердце еще есть, и он действует как гуру. И мы как-то можем на каком-то материальном уровне, когда находится преданное, то думать, что там Шрила Прабхупада говорит, чайтья гуру, важно гуру, именно внешнее проявление. Но чайтья гуру, гуру, находящийся в сердце, это не менее важно. Да? И очень важно, то есть так относиться к Кришне и учиться принимать прибежище и понимать его. И принимать прибежище в этом настроении, в этих отношениях. И я хотел прочитать вот этот стих из читания Чаритамриты, который как раз вот в комментарии Шрила Прабхупада об этом очень пишет так всерьез. Вот, этот стих звучит так. В Раджабхуми или Вриндаван – идеальное место для практики сознания Кришны. Ибо все обитатели Вриндавана естественным образом любят Кришну, а Кришна, и Кришна точно так же любит их. И здесь вот очень интересно, то есть смотрите, интересно, что стих о Вриндаване, что это идеальное место для практики сознания Кришны, а что начинает писать Шрила Прабхупада в своем комментарии, очень интересно. В Бхагавадгите 4.11 говорится, «Ятамам прападьяте там садхайва баджамьягам». Верховный Господь Кришна и его преданные неотделимы друг от друга и всегда отвечают друг другу взаимностью. Чем сильнее искренняя любовь преданного к Кришне, тем больше взаимностью Кришна отвечает преданному. Поэтому у нас есть какой-то общий путь, общие, как бы, понимаете, там, берега. Но также есть очень индивидуальная, как бы, у каждого практика, потому что зависит от искренности преданного. А каждый это может проявлять по-разному, понимаете? Поэтому тут есть этот момент. И Шрила Прабхупада это сейчас здесь как раз объясняет. Чем сильнее искренняя любовь преданного к Кришне, тем большей взаимностью Кришна отвечает преданному. Поэтому преданный, достигший духовных высот, может свободно разговаривать с Кришной. Кришна подтверждает, и смотрите, вот здесь Шрила Прабхупада говорит, преданный,
да, достигших духовных высот, может свободно разговаривать с Кришной. И мы такие раз можем подумать, а что это значит? Да? А что это значит разговаривать с Кришной? Что вот, вот как бы вот разговаривать, вот, вот разговаривать, как с Кришной разговаривать? Шрила Прабхупада сразу раз в следующем предложении объясняет, как. Понимаете, чтобы мы не спекулировали, то есть он конкретно говорит, Кришна подтверждает это, то есть он Кришна подтверждает сам в Бхагавадгите 10.10. Тешам сатата юктанам, бхаджатам прити пурвакам, дадам и буду йогам там, я на маму паянтите. Те, кто постоянно служит мне с любовью и преданностью, я наделяю разумом, который помогает им прийти ко мне. То есть вот это называется разговаривать с Кришной через разум. То есть это не, Шрила Прабхупада не имеет в виду, что мы там прям вот разговариваем, да, там как через разум. Истинная цель человеческой жизни – познать Кришну и вернуться домой к Богу. То есть это истинная цель человеческой жизни – познать Кришну и вернуться домой к Богу. Поэтому тот, кто искренне служит Господу с любовью и верой, может разговаривать с Кришной и получать от Него наставление. То есть, понимаете, вот Шрила Прабхупад, он на полном серьезе это говорит своим ученикам, всем будущим последователям его, понимаете. То есть он не боится, что, а вдруг как начнут там с Кришной разговаривать? И что же оно будет, понимаете? Никто там не будет слушаться, там, ни гуру, ни наставника, все там будут с Кришной разговаривать. Шрила Прабхупад на это не обращает внимания. Может быть все. Он описывает процесс, он описывает истину и как бы, ну, не переживает за то, что какие-то могут быть негативные последствия от этого. Дым будет всегда, как говорит Шрила Прабхупада. Но мы все равно должны понимать, в чем есть, ну, как бы, в чем заключается процесс. Поэтому он на полном серьезе говорит, что что Господу с любовью и верой может разговаривать с Кришной и получать, опять-таки, через разум, и получать от него наставления, которые помогают быстро достичь упомянутой цели. Почему быстро? Потому что Кришна, он самый близкий к нам, и он лучше понимает нас и знает, как нас направить, даже лучше, чем мы сами это понимаем. Понимаете? И лучше, чем любой другой преданный, там, какой бы он возвышенный ни был, там, гуру, и садху, и вачнаву, и так далее. Потому что Кришна – это самый близкий друг, потому что он находится в сердце, и наиболее совершенная личность, так скажем. Поэтому быстро, которые помогают быстро достичь упомянутой цели. Сейчас многие ученые встают на защиту религии и признают существование, то есть они признают. Вот. То есть ученые, тут имеется в виду не вот эти ученые, там, которые материалисты, тут имеется по-настоящему ученые люди, да, какие-то садху, муни, да, мудрецы там, и так далее. Сейчас многие ученые встают на защиту религии и признают существование Верховной Личности Бога. Однако религия без практического опыта общения с Верховной Личностью Бога никакая не религия. Шримад Бхагаватам называют такую религию разновидностью обмана. Религия подразумевает исполнение воли Кришны, Верховной Личности Бога. Если человек не способен общаться с Кришной и получать от него наставления, то как он может понять суть религиозных заповедей? Понимаете? И кто-то может сказать, так как, я просто пойду к гуру, он мне скажет. Или там я в шастрах прочитаю. Понимаете? А Шрила Прабхупада говорит, нет. Этого мало. То есть это да, мы сопоставляем. Но здесь Шрила Прабхупада, он говорит, что если человек не способен общаться с Кришной и получать от него наставление, то как он может понять суть религиозных заповедей? Поэтому любые разговоры о религии и религиозном опыте без сознания Кришны – напрасная трата времени. И это Шрила Прабхупада пишет к стиху, который прославляет Вриндаван, да, то есть, что Вриндаван – это идеальное место. Очень интересно, да, так, почему Шрила Прабхупада? Он не пишет тут про Вриндаван, понимаете? А он пишет, что Кришна дает разум.
И я помню просто, у меня вот как бы так в жизни было, что вот я когда решил, там Тарун Кришна помнит, через 6 лет практики я решил поехать во Вриндаван, Тарун мне еще тоже такой приехал, только такой заряженный, говорит, слушай, я вот чувствую, что надо тебе, короче, туда, в этот, в Дхаму как бы ехать. И тут ну, авторитеты там все были против, например, там, критиковали там, меня. Но я вот чувствовал изнутри, хотя я как бы несовершенный, преданный, там, не достиг, я 6 лет практиковал всего на то время, 2000 год. Но я чувствовал изнутри, что это как бы вот план Кришны, то есть что это идея, ну то есть это как бы Кришна меня вдохновляет, то есть изнутри. Мне такое, я помню, так все складывалось, там, я думал, да ну матушка меня никогда в жизни не отпустит. Она говорит, да езжай. Я такой, ничего себе, то есть как бы, понимаете, там интересно так было, ну как бы многие моменты. И потом вот сейчас вот уже я знаю точно, что если я бы не поехал, если бы я вот как бы не практиковал, там, если бы не получил общение, то сейчас бы я, ну как бы, ну, тут не сидел бы, вам ничего не рассказывал. 100%. Это я 100% знаю. Мне бы не помогли, как бы, то есть та практика, то есть, которую я до этого здесь практиковал, как бы там, и на 100% бы не это самое не работало. Сейчас бы уже где-то или в другом теле уже был бы, или еще. Я бы не практиковал бы сознание Кришны, скорее всего. Да. Вот. Поэтому нужно, да, серьезно к этому относиться, к чайте-гуру, Кришне, который находится в сердце и направляет нас. И также в читании Чаритамрите тоже есть вот на эту же тему, у меня здесь же в этой папочке как бы стих, я его выделил тоже, это Рамананда Рай продолжал. Рамананда Рай говорит, 2.8.265. «Сверхдуша, пребывающая в сердце каждого, говорит с нами». Не извне, а изнутри. Именно так она дает преданным все необходимые наставления. В этом стихе Шри Рамананда Рай признает Шри Чайтанья Махапрабху сверхдушой. Именно она вдохновляет преданного. Поэтому говорится, что мантра Гаятри «Ом бур бувах свах тат савитур вариньям прагуды вася димагидиюнах прачодаят» исходит от сверхдуши. Савита – изначальный источник разума, этим савитой является Господь Чайтанья Махапрабху. Подтверждение этим словам мы находим в Шримад Бхагаватам. Пусть же Господь, который на заре творения, пребывая в сердце Брамы, укрепил его могучий разум и наделил его совершенным знанием обо всем мироздании, а также о себе самом, и который, как показалось, появился из уст Брамы, останется доволен мной. Это стих, призывающий благословение Верховной Личности Бога, Шукадева Госвами произнес перед тем, как поведать Махараджа Парикшиту Шримад Бхагаватам. Также здесь приводится пример, вот это в конце комментария, что Шукадева Госвами перед тем, как поведать Шримад Бхагаватам, он просит у Господа, находящегося в сердце, вот это вот его вдохновение, то есть поддержку. Вот. И также есть красивый стих, он может немножко связан с этой темой, ну не сильно, но просто стих очень классный, я его недавно прочитал, как-то обратил на него внимание. И здесь описывается во Вриндавана Махимамрите Прабхунанда Сарасвати Такура, он описывает, что такое преданное служение. Он говорит, что стремление полностью предложить себя земле Вриндавана является достижением миллионов чинтамани, этих драгоценных камней чинтамани. И это удовлетворение гораздо больше, чем питье миллионов нектаров. Это освобождение и чистое преданное служение, умноженное на в миллион раз, короче, увеличенное в миллионы раз. Стремление полностью предложить себя земле Вриндавана. Просто стремление даже полностью предложить себя земле Вриндавана
является освобождением и чистым преданным служением, умноженным в миллионы раз. Поэтому преданное служение мы должны понимать более широко и глубоко. То есть мы не должны понимать его поверхностно. Я на этом остановлюсь, оставлю немножко времени на дополнение, вопросы. Если нет, да, Матыш, кто хочет сказать? У вас вопрос или дополнение, Матыш? Или возмущение? Восхищение? Джай. Восхищение тогда хорошо, а то я уже хотел сказать, что не надо. Нет, надо. Хари Кришна, мы же одна семья, мы же обсуждаем, мы же делимся. Ну, мы семья, же, да, такое, да. Знаете, громко сказано. Нет, да. Вы слышали такое мнение, как бы, ну, преданных и в шастрах, где-то, я не помню, конечно, где, что какова роль духовного учителя в жизни преданного, в его очищении, в его пути, в его совершенствовании. И одно из ключевых значений духовного учителя в жизни преданного – это что он трансформирует его ложное эго. То есть он делает ученика смиренным. Поэтому эту роль никто не заменит. Да. И Кришна не придет сам трансформировать наше ложное эго. И в этом просто непревзойденная роль духовного учителя. Если мы не предадим ему свое ложное эго, то ни о какой встрече милости Кришны там речи быть не может. И вчера вот лекции было немножко даже просто противоположное. Сказано, Матаджи давала лекцию, это так было действительно истина, когда она там читала и комментировала, что бхакти, давать бхакти преданным, это прерогатива преданных. Кришна так делает. Он просто дает им, он им доверяет, своим чистым преданным, раздавать бхакти другим преданным. Он может даже это не вмешиваться. А вот духовный учитель, садху, чистые преданные, они просто по своей милости, видя искренность и довольные учеником, наделяют их бхакти, садят их вот это семя бхакти в сердце. Да, семя, но оно еще должно вырасти. Вот, вырасти тоже они помогают. Да, и чтобы еще плод там был. Да. Ну, там целое дело именно, еще. Да, именно трансформируя ложное эго ученика. Да. И еще, в Бхагавад-гите где-то есть стих, очень хороший стих, я, конечно, не помню где, хотелось бы его найти. Смысл в том, что Кришна говорит, что мои преданные практикуют здесь, в материальном мире, преданное служение мне, и когда они достигают смирения, они возвращаются ко мне. Ну, это я, надо стих этот процитировать, потому что я такого не помню. Но нету, да? Да. Говорит, значит, Шримад-Бхагаватам. Свойственно Прабху говорит, нету. Но где-то есть. Ну, все равно смирение важно. Шрила Прабхупада, когда спрашивали, что вот в молитвах Шикшаштаки, где говорится о духовном учителе, то есть там нигде не говорится о духовном учителе, о важности духовного учителя, Шрила Прабхупада ответил, как нет? А вот этот стих, Тринада Пису Ничина, Терроре Васа Хишнуна, Аманина, Манаднакер, Даня Сахдахари, это как раз вот стих о духовном учителе, то есть духовный учитель, он учит ученика, как стать терпеливым, как стать смиренным, да, то есть и как преодолеть вот эту misfortune, то есть неудачу, которая описывалась во втором стихе, да, то есть я настолько неудачный, что не чувствую влечения, да, к именам Господа, да. Вот. И смирение, оно описывается, в чем оно проявляется, в следующем стихе, в четвертом, то есть смирение, оно же должно в чем-то проявляться, вот. Не просто, что человек там такой, знаете, ну,
такой как бы ходит, такой, знаете, с такими с опущенными глазами, там и так, ну, как-то щемится, так как говорят, да, то есть, ну, вот, то есть смирение, оно не в этом проявляется. В 4 стихе описывается, в чем проявляется смирение, там Господь Читания говорит: «Над ганам, над женам, над сундарим. Я не желаю ни богатств, ни последователей, ни прекрасных женщин», да, то есть общение с противоположным полом. «И все, что я хочу, жизнь за жизнью, хайтуки твои», то есть служить тебе. Вот, то есть вот в этом проявляется, если человек от духовного учителя научился смирению истинному, то в его жизни вот проявляется вот это настроение смирения вот таким вот образом. Вот, и это все правильно, но мы настолько, понимаете, мы настолько материалистичны, настолько сердце в железе, что от внешнего гуру недостаточно. Надо еще и чайтья гуру, чтобы пропадает. Кришна в сердце. Вот они вдвоем, один извне, или даже не один, а несколько могут быть. Еще дикша гуру, шикша гуру. Извне, и еще Кришна изнутри. Они нас вот как бы направляют, ведут, помогают нам. Вот. И тогда вот есть надежда, есть шанс, что мы можем достичь, быть успешными. Вот. И много есть примеров того, как множество, вот за 30 лет очень много людей видел, которые прошли через это движение, и сейчас они непонятно где, идешь по улице, некоторых встречаешь, они даже не здороваются, мимо проходят просто, понимаете. Они давно уже забыли, что такое Хари Кришна, как бы, и так далее. Вот. Поэтому это не так просто развить чистое преданное служение. Вот. И чистое преданное служение, оно контролируется Кришной, потому что именно Кришной, потому что Кришна дает любовь к себе. Вот. По милости преданных мы можем достичь освобождения. Ну, вот. Но почему любовь к Кришне дает только Кришна? Потому что любовь к Кришне – это отношение с Кришной непосредственно. Мы можем от преданных получить вот это семя. Семя – это опыт этой любви. То есть мы можем почувствовать эту любовь, почувствовать, как это прекрасно. Да. Это мы получаем от преданных. Вот. Но саму любовь, то есть взаимоотношения, это прерогатива. Шрила Прабхупада тоже во многих местах это говорит. И Санатана Госвами в Бхагават Бхагаватамрите он говорит об этом, что Кришна материальное, исполнение материальных желаний и освобождение, вайшнавское освобождение, дают легко. Но любовь к себе, прем, он дает очень редко. То есть он дает, Кришна дает. Вот. Почему? Потому что если преданный обладает премой, любовью, то Кришна становится его собственностью. То есть Кришна, ну, теряет свободу, а Кришна, он любит свободу свою. Вот, он. Вот мы же любим все, каждый любит свою свободу. Шрила Прабхупада говорит, чем более живое существо развито, развивается, то есть тем больше оно становится freedom-liking. И вот это вот наше стремление к свободе, любовь к свободе, оно откуда? От Кришны. Потому что у Кришны есть эта любовь к свободе. Кришна свободный, абсолютно свободный. Мы как бы так ограничены, но тоже у нас есть это стремление, но он абсолютно свободен. Вот. И поэтому он то есть выбирает. Он как бы. Но наши шансы, они очень сильно увеличиваются обрести его милость в форме именно вот этого дара любви к нему. Это если мы общаемся с преданными и любим преданных, даже не просто служим, да, а именно у нас есть вот это вот определенное отношение к преданным. То есть служения недостаточно внешнего. Нужно еще, чтобы было вот это вот отношение. Был такой человек, его звали Рамдас. И он путешествовал
из Варанаси вместе с Гопал-Бхатой Госвами в Джагнатхапуре. И он был старше Рагхунатхи-Бхаты Госвами. И он постоянно воспевал имя Рамы. Вот. И он всячески служил Рагхунатхи-Бхате. Он, когда они вечером останавливались на отдых, он массировал стопы, то есть растирал ему ноги, чтобы снять усталость. Он там готовил, угощал его прасадом, нес его вещи. Вот. И Рагхунатхи-Бхате было неудобно. То есть он оказывал ему множество служения. Вот. Но Рагхунатхи-Бхате было неудобно принимать это все. Но он очень настаивал, как бы, и говорил, что я... ты браман, то есть я там должен тебе служить там, и так далее. Ну, в общем, вот. И, но когда они пришли в Джаганатхапури, там Кришнадаса Вража с вами, он описывает, что Господь Чайтанья, он обнял Рагхунатхи-Бхату с вами, но к этому Рамдасу он вообще не обратил на него никакого внимания. И, ну, все удивились, почему. И Кришнадаса Вража с вами, он пишет, что почему? Потому что Господь Чайтанья знал, что в сердце своем этот Рамдас, он имперсоналист, и он хочет стать Рамой, то есть он хочет достичь своего имперсонального освобождения. Вот, но при этом он как бы вот всячески там служил и так далее. То есть поэтому очень важен наш внутренний мотив, что мы хотим. Мы, может, имперсоналистами не хотим быть, но мы там можем хотеть над Ганам, над Женам, над Сундарим. Там, и это все приходит к нам через... служение, опять-таки, то есть мы можем чувствовать это, что это круто, это выгодно, то есть это благочестиво увеличивает наши шансы, так сказать, на исполнение наших материальных желаний. Поэтому очень важно вот эта любовь, развить вот эту любовь к этим преданным чистым. Тогда вот это вот бхакти. И опять-таки это возможно, понимаете, как сказать, тоже по милости Кришны, потому что ясья прасадат бхагават прасада, по милости гуру мы получаем Кришну. Ясья прасадан нагатих куту. А по милости Кришны мы получаем гуру. То есть мы получаем вот эти вот отношения с вайшнавами, в результате которых к нам приходит вот эта вот любовь. К нам приходит. А как? Скажи. Может, я что-то и перепутал? Так, да. Ну, то есть вы пришли сюда не потому, что вас, ну, то есть вас Кришна привел. Да, да. Это первый путь. Да. И последний. Ну, как человек. Да, да, да. Более главный. Да, да. У нас практикуется тема, что вот у нас есть кто-то снаружи. Но на самом деле мы забываем, что все, что снаружи, они на самом деле различаются с ними по милости того, кто внутри. Ну, может, я там сам стих перепутал, я извиняюсь. Но, да, да, ну, там просто как бы, у меня просто лично еще такой есть опыт, и я этот стих, ну, то есть определенным образом еще так почему перевожу, потому что в этом, ну, есть такой опыт, что на каком-то уже этапе духовной жизни, когда я уже принял гуру, то есть получил инициацию, там, общался там с преданными, практиковал, и уже потом там, я начал только тогда понимать, а какой, кто такой гуру, какой он по-настоящему, глубоко, или там другие какие-то вайшнавы. И я понимал, что до этого я их не знал. То есть я их, ну, как-то воспринимал, как-то взаимодействовал с ними, но я не понимал глубину их духовного положения, да, то есть как они расположены, как духовные личности. И вот эта реализация, то есть это понимание, оно открывалось из сердца Кришны. Кришна открывал это, не кто-то там. И поэтому, ну, у меня как будто есть такое понимание, что по милости гуру мы Кришну обретаем, а по милости Кришны также мы обретаем гуру. То есть именно развиваем вот это, вот у нас приходит понимание его трансцендентного духовного положения. Да. Вот. И тогда, когда мы понимаем вот именно трансцендентную природу этих личностей, да, с которыми мы взаимодействуем, то тогда у нас появляется вот эта вот любовь к ним, то есть глубокая именно, настоящая, да, вот, духовная, вот, которая
которая, как сказать, открывает уже вот эти вот ворота, полностью открывает вот эти вот ворота милости, да, то есть Господа Чайтани. Они становятся прия. На платформе ума мы сегодня можем как бы там восхищаться, поклоняться гуру, а завтра, если что-то там не так, и у нас там что-то может переклинить, или он там может нам сказать что-то не то, мы можем как бы его отвергнуть там и сказать, там, ну, то есть как бы мы... Это материальный уровень, ну, вот, восприятия. Хотя, ну, то есть эти отношения, они тоже осуществляются и таким образом. Но когда мы понимаем духовное положение, а это духовное положение открывает Кришна также. Вот. То есть это такая мистика в этом есть. Я дополню. Просто так. На каком-то этапе, если мы развиваем привязанность к Кришне, то автоматически мы углубляем свое, как вы говорили, понимание, кто перед нами. И духовный учитель для нас, мы же его считаем необычным человеком. Он и есть представитель Кришны, который Кришна очень дорог Кришне. И поэтому у нас возникает точно такая же любовь к нему, как и к Кришне. Ну, тут как, ну, она, с Кришной у нас свои отношения, там раса, там другая. Ну, да, она, но она, это никак не меняет того, что мы имеем отношения. Да, да, но имеется в виду, что он дорог нам становится. Да, эти живые существа. Так же дорог, как Кришна, да. не меньше, чем Кришна дорог, да. Дорог. Отношения. Более того, если мы будем изучать нектар преданности, то мы увидим еще одну вещь глубоко. Ну, имеется в виду Падешамриту, что все жители Вриндавана, которых мы знаем, они являются экспансиями Кришны. Поэтому даже привязываясь к Расика Бхакти, который является вечным спутником, это мы привязываемся к Кришне. И лила с Брамой – непростая лила. Она просто нам немножко объясняет как бы, этот момент. Ну, там, это уже на духовном уровне, там есть вообще как бы личности, которые… не хотят с Кришной, например, напрямую общаться, они не общаются с Кришной, они хотят служить и любить какую слугу Кришны, да, там, или служанку Кришны. Вот. А, это их не, потому что ну, вечное как бы пхава, настроение, это, сакхи, там есть некоторые, наполовину сакхи, наполовину наики, есть наики, то есть наики это те, которые хотят общаться с Кришной непосредственно. Ну, что касается гопи, да. В других, я не знаю, это описывают именно эти моменты Рупа Госвами в Уджвала-Ниламане. Вот, то есть он другие расы не описывает, но то, что я читал от Рупы Госвами, он описывает, что там 5 разновидностей есть гопи. Одни гопи это наики, они как бы хотят общаться с Кришной. Другие, они там на столько-то процентов наики, на столько процентов сакхи. И некоторые сакхи, то есть они просто хотят быть подругами какой-то, или Шимати Радхарани, или какой-то сакхи, то есть какой-то преданной, то есть гопи, то есть какой-то наики. Вот. Но тут как бы о чем как бы я хотел сказать, что Кришна, то есть и взаимоотношения с преданными, и все, то есть у нас должен быть стоять Кришна в центре. То есть Кришна, он как в духовном мире, там все регулируется Кришной. Ну как, не то, что регулируется, а, в общем, наполнено Кришной. Кришна, он присутствует в жизни преданных. И отношения с преданными, они также должны как бы быть в взаимосвязи с Кришной. То есть мы должны видеть Кришну. Не должно это закрывать, например, гуру. Прозрачная среда, да, то есть, да, да. Это духовный учитель. И вот это вот должно быть, вот это. Да. И по милости Кришны мы начинаем понимать, что такое преданное служение, там, то есть более глубоко. Вот, например. Да. Да, да. То есть я удовлетворяю не язык ваш, или не руку вашу там массирую, я вас массирую. Я говорю, вам массаж сделать. Понимаете, хотя я буду массировать вашу там спину, но я массаж для вас.
Да, да. И я так понимаю это, да, я вижу. А у нас бывает этот крен. Да. Мы преданы, то есть мы отрезаем от Кришны, его части, и говорим, ему это нравится. Вот я удовлетворю его отрезанную руку или там еще какую-то часть, это будет в экстазе Кришны. Да не будет он в экстазе. Да, я, давайте закончу. Я вспомнил просто в связи с этим, что мы, о чем мы говорили, хороший стих. И с читания Бхагаваты, который Вриндаван Дас Такур, он говорит, что там он говорит, преданное служение, преданное служение, преданное служение. Что такое преданное служение? Говорит, рыдать, взывая к именам Кришны. Вот это и есть преданное служение. То есть он очень, очень, то есть другими словами, это определенное чувство, эмоция, которая может проявляться в разных видах деятельности. Вот. И если этого чувства нет, то это не преданное служение. Вот. Это может быть деятельность, проникнутая духом преданного служения, то есть та деятельность, которая нас приводит к преданному служению и так далее. Но преданное служение – это иметь чувство по отношению к Кришне. Шримад Бхагаватам ки джай, Шрила Прабхупад ки джай, Нитай Гор Премананде.